Пожар, который произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая в доме по улице Толстого, признан пожаром высшей категории сложности. В тушении участвовали все пожарные части города. Сгоревшее здание принадлежит обществу по охране памятников истории и культуры. Долгое время дом находился на капитальном ремонте. Это значит, что здание пустовало. Окна и двери были гостеприимно распахнуты для всех желающих. Согласно объяснению жильцов рядом расположенного дома, значит, в этом доме часто собирались компании незнакомых им мужчин, подростков. Они там курили, распивали спиртные напитки. Кстати, именно жильцы соседнего дома вызвали пожарных. Причины возгорания выясняются. В заброшенном доме не было электропроводки и теплоснабжения. Материальный ущерб будет подсчитывать владелец, а жители соседних домов – заменять лопнувшие стекла в квартирах. Пожар был так силен, что не выдержали даже стекла витрин соседнего женского магазина.